Cu câțiva ani în urmă am pornit împreună cu cetățenii pe un drum al transformării Moldovei într-o țară mai bună. Dar nahren, vă n-am nujnui! După 3 ani de mandat, am reușit să deschidem negocierile pentru aderarea Moldovei la Uniunea Europeană. Какие переговоры? Че вы несете? Начало переговоров о вступлении в ЕС явно одно из событий года для Молдовы. И большое достижение для молдавских властей, которые даже устроили вечеринку по этому поводу. Молдавские власти поздравляют граждан и принимают многочисленные поздравления из-за рубежа. Dragi cetățeni, felicitări! Stimați colegi din toate instituțiile, vă mulțumesc foarte mult pentru munca asiduă. De mâine avem și mai mult de lucru. Но есть ли чему радоваться? Некоторые считают, что нет. Что это все значит, как с этим быть и что делать, мы и выясним сегодня. Это Real Talk, и с вами Даша Слободчикова. Погнали! Несмотря на радость властей, оппозиция, по крайней мере ее самая громкая и пророссийская часть, на новость о начале переговоров отреагировала скептически. Одни были сдержаны, другие без всякого стеснения жаловались на то, что это якобы еще ухудшит отношения Молдовы с Россией. Тут экс-президент и друг Путина Игорь Дадон упрекнул Молдову Грузией. Сейчас в Джорджии обтяни статуту, где кандидат. Не алатырындасы ла санкционе, не стыркынд. Relațiile cu Rusia, neanulându-o mulțimii de acorduri care le avem noi acum cu piața tradițională și oamenii au ceva cu produsele sale. Înseamnă că se poate, dar trebuie să te gândești la interesele tale personale. Шор и вовсе сравнил Молдову с дворняжкой. А еще воспользовался случаем и попытался напугать сограждан мигрантами и шинами. Плохо для Молдовы, это ужасно. Это поломает нам все восточные рынки. Это мечта пустая, это мыльный пузырь, как с бездомными щенками, которых надо чуть-чуть подкармливать, чтобы сосед не ушел и территорию сохранял. А нам уже начнут лагеря для мигрантов строить у нас, переработку резины, чтобы люди сдыхали от нечистого воздуха. Само собой, избитую тему с мигрантами подхватили и анонимные телеграм-каналы. К примеру, один из них, ссылаясь на авторитетное британское издание Guardian, утверждает, что в Молдову и Грузию якобы будут ссылать мигрантов, которые подали запрос на убежище. Правда, телеграмщики забыли упомянуть, что это всего лишь предвыборные обещания Христианско-демократического союза Германии, которым еще надо бы выборы выиграть. Сейчас эта партия в Бундестаге в оппозиции и на прямые решения мало влияет. В Приднестровье, конечно, тоже озаботились этой новостью. Официальное телевидение региона уже вещает о том, каким лишениям подвергнутся жители Левобережья вследствие евроинтеграции Молдовы. Кишинев будет создавать жителям Приднестровья и новые проблемы, считает глава МИДа. А европейские политики, скорее всего, не будут замечать отступление Молдовы от европейских принципов и ценностей. Тут еще отмечу, что в Приднестровском регионе вообще нет независимых СМИ. Местным жителям приходится довольствоваться или российским ТВ, или контентом, который производят подконтрольную шерифу телеканалы. Шанс высказаться о начале переговоров не упустила и Россия. Мария Захарова назвала начало переговоров пиром во время чумы. Стал для официального Кишинева поводом для ликования, который напоминает пир во время чумы. Звучат заявления о некой победе, торжестве свободы и независимости. Но больше всего мне понравилось о возвращении Молдавии в европейское пространство, от которого ее оторвала империя. Хотя про чуму кто бы вообще говорил. Давайте все-таки разберемся, что с этим всем не так, как на самом деле устроен процесс вхождения в ЕС и можно ли утверждать, что Молдова почти в Евросоюзе. Во-первых, Молдове все-таки есть что праздновать. Принятие новых членов ЕС – традиционно очень долгий процесс. Евросоюз – структура очень бюрократизированная, и каждый новый шаг – это правда маленькая победа. Хоть и не на одном этапе, и не с гарантированным результатом. Показательны примеры других стран. В истории Евросоюза нет ни одной страны, у которой бы это получилось быстро. Так, например, Польше, Литве, Латвии и Эстонии потребовалось 5 лет. Хорватии, Румынии, Болгарии целых 7. Но есть не только успешные примеры. Это, к слову, про негарантированный результат.
Так, например, Турция получила статус кандидата еще в 1999 году, а в 2005 начался процесс переговоров. Но после этого процесс интеграции уперся во внутреннюю политику страны. Эрдогану, в числе прочих, привет. В Турции не проводятся правовые и экономические реформы. Большая проблема с соблюдением прав человека, свободой СМИ, арестами оппозиции. Пока все это только усугубляется, и в ближайшее время Турция навряд ли вернется к этим переговорам, хоть их и начали 18 лет назад. Черногория и Сербия тоже стали кандидатами и начали переговоры о присоединении около 10 лет назад. Но из-за сложностей в борьбе с коррупцией и укреплении правового государства эти страны еще не стали полноправными членами ЕС. Проблемы с правами человека и реформы мешают войти в ЕС и Албании, и Северной Македонии. Праздник праздником, но Молдова еще может как повторить успешный путь соседней Румынии, так и затянуть процесс по примеру вышеперечисленных государств. Насильного и быстрого вступления в ЕС, как иногда пытаются пугать свою аудиторию пророссийские каналы и спикеры, не будет. Давайте вспомним и о Грузии. Она раньше была частью ТРИО, но получила статус кандидата на вступление позже Украины и Молдовы. Там, наверное, все еще сложнее. Да, большинство грузинских граждан хотят стать частью ЕС. К этому стремится и президент Грузии. Но на уровне парламента картина несколько иная. Официальная позиция – реформы нужны, бороться с коррупцией надо. Но на деле страной все еще правят олигархи. Чтобы было понятнее, это все равно, что дать Молдове приглашение на переговоры, когда страной правит Плохотнюк, который рисует желтые звездочки на синем фоне, а в кармане матрешка с черным пакетом. Так что же конкретно предстоит сделать Молдове? В первую очередь мы должны будем соответствовать копенгагенским критериям, которые включают в себя политические, экономические и правовые аспекты. Это и стабильность институтов, и обеспечение прав человека, функционирование рыночной экономики и способность принимать и выполнять законы ЕС. На Приднестровский регион, как часть Молдовы, все это тоже будет распространяться. Молдова также должна будет гармонизировать свое законодательство в соответствии с законами и нормативами ЕС. Это касается области конкуренции, торговли, окружающей среды и многих других. Стране также придется внести существенные изменения в свою систему управления, экономику и социальные структуры. Молдова также будет обязана сотрудничать с ЕС в различных областях, включая политику безопасности и внешнюю политику. Сложно? Да. Ну и тут нам готовы прийти на помощь. Специально для таких кандидатов, как мы, у Евросоюза есть инструмент предвступительной помощи. Сюда входит поддержка для институциональных изменений и административной реформы, поддержка структурных реформ, включая экономические и социальные изменения, а также поддержка тех, кто сталкивается с трудностями в результате этих самых структурных изменений. Но и это еще не все. Стране также предоставят макрофинансовую помощь в случае возникновения кризисных ситуаций или временных трудностей. Будет также доступен фонд сближения, который направлен на сокращение различий в уровне развития между различными регионами. Ну и хорошая новость для наших фермеров. Для них будет доступен сельскохозяйственный фонд развития, предназначенный для финансирования проектов в области сельского хозяйства. Но все это удовольствие не дается просто так. Для этого необходимо соблюдать демократические принципы и права человека и проводить все перечисленные реформы. Если коротко, то все эти фонды и инструменты предоставляются с учетом конкретных обязательств и целей, а объем финансирования зависит от потребностей и достижений. Но и тут список «но» не заканчивается. Даже если нынешние власти будут очень стараться, риски того, что эта идея может превратиться в тыкву, все еще остаются. И они не только внутренние. Во-первых, после выборов в Молдове есть риски того, что курс может кардинально поменяться. Тут привет оппозиции и ее друзьям. Но даже если этого не произойдет, то выборы в Европе тоже могут исказить картину, если продолжится тенденция избрания правых партий, которые могут составить кампанию венгерскому Орбану. Кроме того, даже если Молдова успешно завершит переговоры, Европарламенту нужно будет снова проголосовать за принятие страны в ЕС. И тут трюк с выходом Орбана из зала уже не сработает. Решение должно быть единогласным, никакого консенсуса. И даже после этого консенсус должен быть достигнут и внутри страны. У нас должен будет пройти референдум, где, как вы уже поняли, большинство граждан должны сказать «да». Этот этап еще предстоит, поэтому переживать, что вас не спросят, не стоит.
Как итог, важно напомнить, что, может, Молдове и повезло с Украиной, и все важные решения, касающиеся евроинтеграции, начиная ассоциацией и заканчивая переговорами, принимались в пакете с Украиной. Но, как я уже говорила, дальше все зависит только от нас. Как успехи, так и провалы будут только нашими. Ну и самое главное, пример с Орбаном, хоть и от обратного, но показывает, что Евросоюз – это не один человек, и даже не государство, в котором все должны кому-то подчиняться, а сложный организм со своими процессами, противоречиями и национальными интересами отдельных стран. А значит, и диктовать ЕС никому не может, ни в статусе кандидата, ни в статусе полноправного члена. Как бы не хотелось это преподнести некоторым товарищам. Это был Real Talk. Дарья Слободчикова. Подписывайтесь на нас в социальных сетях на двух языках. И спасибо за то, что поддерживаете нас. Пока.